В этом году Северо-Восточный федеральный университет отмечает 60-летний юбилей. Праздничные мероприятия по этому поводу прошли и в Мирном, ведь в столице Алмазного края есть филиал вуза. Студенты учебного заведения встретились с выпускниками прошлых лет, ветеранами Алмазного края, а также с представителями нефтяных компаний. Об истории университета и том, чем отметили лучших студентов, узнала Анна Винокурова. Юбилейные мероприятия в Мирнинском политехническом институте начались со встреч с выпускниками. Студенты разных лет поделились опытом с первокурсниками, рассказали о своих студенческих буднях. Вот когда смотришь на своих воспитанников, кем они были, кем они стали, то я считаю, что это самое большое счастье, самое большое достижение для людей моей профессии, вот видеть плоды своих трудов. История Якутского государственного университета начинается с 1956 года. Его основали на базе Якутского педагогического института. Первые студенты в вузе учились во время Великой Отечественной войны. Несмотря на все трудности, они получили дипломы высшего образования. Вера в победу. Вот начиная с 42 года, вот после выступления Сталина, он сказал, что победа будет за нами, мы победим. Мы с величайшим ответственностью и учились, и работали тоже. Знаем, что все для фронта. В рамках юбилея не обошлось и без подарков. В гости к студентам политеха пришли представители компании «Роснефть» и вручили денежные премии. Именные стипендии от компании лучшие студенты вуза получают ежегодно. На этот раз обладателями 30 тысяч рублей стали 8 отличников. Также нефтяники устроили мастер-класс по написанию правильного резюме. Почему их должны взять? Какую пользу они могут принести? Каких показателей труда, так скажем, на что можно претендовать, рассчитывать работодателю? Об этом они забывают написать. И вот сейчас Светлана, наш один из лучших специалистов, помогает студентам не наступить на эти грабли, написать достойное резюме. Юбилейные мероприятия головного вуза республики будут проходить до конца года. В рамках 60-летия в ЕГУ пройдут и недели науки, и научно-образовательные форумы. Ну а главное мероприятие пройдет в этом месяце в столице республики в Якутске. И мирнинские студенты также примут в нем участие. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».